Давай свалим. Не знаю. Нельзя, наверное. Мы же определились. Зачем здесь торчать? Вот что за стадо? Вот в Германии... Сам ты стадо. Им просто весело. Дураку всегда весело. Они бы лучше в Китае подумали, как порядок у себя навести. А в Германии твои что? Занудство. У человека должно быть время и для работы, и для развлечений. Ну если так, то Россия — это идеальное место. Там много всего. Она даже по размерам самая большая. А что размеры? В твоей России половина территории не изучена. Зато они хотя бы есть. А еще это родина многих великих людей. Ты тоже собралась великой становиться? А ты разве не хочешь? Хочу. Поэтому и выбрал США. Что? США? Без обид, но такие, как ты, там вряд ли успеха добьются. Не знаю. Там многие добились успеха. Ну а в России их что, меньше? Вон сколько писателей талантов, композиторов. Да, в Китае тоже. В Китае? Да неужели? Например? О чем я и говорил. Бах, Бетховен, Бисмарк, Вагнер, Гёте. В любой стране можно быть великим или быть никем. В любом случае, вам меня не переубедить. Я уверен, что Германия – это лучшее место для жизни. Это давно доказанный факт. Так что, если вы не такие наивные, то вы обязаны поехать со мной. Да ты за себя отвечай. Смысл, что ты нас на свою сторону перетягиваешь? Мы здесь все определились, да? Да, мы сделали выбор, а ты все портишь. Да я пытаюсь вас образумить. Ваш выбор глупый, вы плохо знаете, что ваш это в России, в том же Китае. Зато Германия. Лучшая перспектива. Я не хотела этого говорить, но придется. Германия постоянно создает проблемы для всего мира. Она была зачинщиком многих войн. Германия — это ум планеты. Ведь тебе этого, конечно, не понять, раз ты выбрала рождаться среди дикарей. Германия — это паразит планеты, и ты будешь одним из них. Да чтоб ты не рождалась! Нет, поэтому нет. Совершай большую ошибку. Нет.